Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 15 Pro Max. И сейчас я покажу вам, как включить вспышку в камере. Открываем камеру. И здесь у нас есть такой значок вспышки. Если он у нас перечеркнут, вспышка выключена. Если он у нас не перечеркнут, значит, у нас автоматическая вспышка. Также, если мы потянем вот так вверх, то здесь у нас также есть значок молнии. И мы можем здесь включить вспышку, либо выключить, либо поставить на авто. Вот и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.